В Вилюйском районе зафиксировали 4 точки падения фрагментов ракеты «Союз». Сегодня специалисты с помощью беспилотников установили точное местонахождение ступеней. В ближайшее время специалисты Роскосмоса проведут визуальный осмотр и соберут пробы. Фрагменты ступеней ракеты вывезут по итогам анализа результатов экологического мониторинга. Сейчас повторно взяты пробы снега и измерен радиационный фон на месте падения. Проведены замеры радиолокационными средствами мест падения фрагментов. Зафиксировано 4 места падения. Беспилотные летательные аппараты подтвердили нахождение в этих местах фрагментов ступени. Территориально эти места падения находятся приблизительно ближе к центру отведенного района падения, то есть в штатном месте, там, где они должны быть.